самая счастливая, я на самой высокой точке по границе. Но я пограничница, вот эта маленькая моя комнатка, где я здесь ночую и днюю. Здесь я буду ожидать своих гостей на мероприятии, которое посвящено дню рождения Аиды Хабибуллиной, той, которая организовала и журнал Life Voyager, на обложке которой я скоро появлюсь, и пригласила всю прессу, всех гостей на свой день рождения. И именно здесь, в Восьми Озерах, соберется, ну, не побоюсь этого слова, establishment, здесь будут спортсмены, политики, пресса и все веселые люди с чувством юмора, которые будут поздравлять и являть миру свое искусство и перевоплощение, и, конечно же, спонсоры Avenue Montaigne, магазин, бутик мультибрендовый, и, конечно же, все те, кто имеет отношение к фотографии, глянцу, к телевидению. Тусовка ожидается ништячная. И мне спасибо всем тем людям, которые имеют отношение к охране нашей границы. И сейчас мы поедем посмотрим на павлинов, как они в заповеднике машут хвостами. А потом увидим настоящих зайцев и косуль, и даже горного козла. Так мне здесь рассказали. А вот эти домишки будут заселены все нашими гостями. А вот там маленький паркинг, который будет забит всеми машинами вот такими волшебными. Спасибо огромное всем тем, кто разрешил нам здесь отпраздновать.